Украинцы считают, что они победят, это глупость. Невозможно победить ядерную державу. И если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие. Этого допустить нельзя. Még az elején, egy évvel ezelőtt arról vitatkoztunk, hogy szabad-e emberélet kioltására alkalmas fegyvert küldeni. Ugye a magyarok azt mondták már akkor is, hogy nem. De még a nyugatiak is hezitáltak. Most ez már nem kérdés. Az a kérdés, hogy csak tankot, vagy akkor menjen repülő is, vagy ez a gyanús...
короче, сейчас я вам покажу, блядь, именно дикий ор, вот просто именно ор, блядь, смотрите, телефон пидора. Угадайте, какой здесь стоит пароль. Итак, начинаем переписочку, блядь. Тут у него есть Анюта. Он рассказывает, что, короче, все пиздец, хохлы ебать, все пизда, короче. Он туда-сюда, наступление, пишет сейчас, где он пишет. Блядь. А, вот. Артанаш иногда по нам же ебашит, одни автоматы нахуй, у нас просто нихуя. Это все хорошо, но это еще не все. И он пишет, выйдет на связь, но в итоге он на связь не выйдет, потому что... Страшно, страшно, и думаешь ты и о десятках тысяч погибших, и о тех ребят, которые вечером с тобой курили сигарету, и за пару часов нет. Думаешь, каждый день думаешь, и стоп.